Более сотни пешеходных переходов около школ привели в соответствие с требованиями национальных стандартов. Речь о зебрах, которые находятся на дорогах регионального значения. Строительно-монтажные работы велись все лето. В частности, в Алексеевском городском округе оборудовали 12 объектов. На это направили порядка 12 миллионов рублей. Общая стоимость по региону составила 52,5 миллиона рублей. Было дообустроено 119 пешеходных переходов. Соответственно, при этом было установлено 8970 метров погонных перильного ограждения, 3950 метров квадратных пешеходных дорожек, тротуаров и подходов к ним. Также были установлены 14 комплектов освещения на данных пешеходных переходах. Также заменены были вышедшие из строя светофоры типа Т7 и также заменены искусственные дорожные неровности. По словам специалистов, такие меры дисциплинируют детей и родителей как участников дорожного движения, а знаки ограничения скорости и искусственные неровности – действенная мера для водителей.